Всем бум, дорогие друзья! С вами Коннор, и сегодня я буду играть в игру Dead by Daylight. И да, эта игра появилась на телефонах, что нереально круто. И я записываю ночью. Супер, чё. Короче, я уже прошел обучение в этой игре. Мне дали вот, короче, тут стандартных вот этих вот. Ну, убийц. Вот у меня тут есть охотник и деревенщина. Я сегодня буду играть за деревенщину. И вот выжившие. Их очень много у меня. Ну, 3 штуки. Ну, для начала нормально. И валюта есть. Да, за эту валюту надо будет покупать всякие разные штуки. К примеру, предметы. Вот такие вот. Разные. Вот. Я на самом деле первый раз играю в эту игру, и поэтому могу жестко тупить. Прошу. Те фанаты, которые любят эту игру и сейчас смотрят это видео, не судите, пожалуйста, строго. Я реально первый раз играю в эту игру. Я знаю, что она есть на компьютере, в Steam и так далее. Вот, кстати, тут можно кастомизировать персонажа. То есть, как он будет выглядеть. Но опять-таки, это за валюту. Эту валюту можно наигрывать. Ну, как бы, играешь и получаешь эту валюту, да? Или же можно задонатить. Вот. Есть настройки. Я себе вот поставил тут язык русский. Вот, тут все вот под себя сделал. И вроде бы нормально. Вот. Короче, погнали. Сейчас мы будем играть за маньяка, за киллера. Вот. А потом попробуем за жертву поиграть, за выжившего, по-другому говоря. И погнали. Нажимаем начать. И у нас загружается игра. Ожидание игроков, короче. Ждем. Это где-то минуту точно будет идти. И, кстати, что хочу сказать. Эта игра, это не какой-то там порт. Это самый настоящий Dead by Daylight. Официальный, понимаете? Вот. Ссылка на игру, кстати, будет в описании. Там ничего сложного. Просто регистрируйте аккаунт на сайте. И скачивайте игру. Ну, чтобы вам было проще, по ссылке в описании под эти видео. Вот. Чтобы вам там ничего не искать. Нигде ничего не гуглить, просто перейдите по ссылке в описании и все поймете, все найдете и сможете играть. Вот. Тем временем уже ждем минуту. Да. Ну ничего, сейчас загрузится. Какой-то навык тут у меня, типа он кричит. Не знаю, короче. Что-то поставил себе, посмотрим. Попробуем поиграть так. Ребят, вы обязательно, короче, кто шарит в этой игрушке, пишите мне всякие разные советы. Чтобы мне, как бы, внедряться в эту игру еще больше и лучше. Просто я новенький. И, ну, как бы, я, да, если буду часто играть в эту игру, я и сам разберусь. Но, я думаю, некоторые из вас, наверное, играли в эту игру или играют до сих пор. И, может быть, что-то знают. Вот. Тем временем у нас игра вот загружается. Идет загрузка. И сейчас мы будем играть за жертву. Это будет, наверное, сложно. Душистый цветок. Короче. И тут вот нам рассказывают, что как надо делать. Найти жертву, ударить ее на себя и на крюк. Вот загрузка идет. В принципе, я проходил обучение в этой игре и... Не знаю. Но там были боты, поэтому было проще. Не знаю, что будет здесь. Здесь настоящие игроки. Это мультиплеер, если что. Здесь нет одиночной игры, если только обучение. Это единственное место, где там есть боты, и все. В других местах их нету. Вот он я. Это я. Поздоровайтесь. Как
какой я ужасный. И некрасивый. Лагов нету. Отлично. Насчет графики, ребят, это нормально. Это сделано для того, чтобы игра нормально работала. Потому что могут быть жесткие баги. Я даже не знаю, куда идти. Опа. Вот это было зря. Это было, походу, зря. Да я понял, я иду. Я иду. Ой, кому-то жопа. Ой, иди сюда. Ой, хорошо как. Иди сюда. Ах ты ж. Блин. Че, убежал, да? Есть. Все? Нет? Вон он. Блин. Повредил зато. Успел. Их тут двое. Успел. Нормально. Блин, они везде. А я один, их много. Блин, это походу ГГ. Я не понимаю, где они. Опа. Ой, как хорошо. Блин, промах. Повезло. Черт. Не висни. Твою. Я не могу. Есть! Да! Попал. Все, валяешься, красавчик. Бери, красавчик. Поднимай. Да. Ой. А где? Сейчас, давай сюда. Твоя дивизия. Че, вырвался? Вырвался, понимаете? Блин, ребят, ну вы, конечно, меня извините. Я просто первый раз играю в это. Я новенький, я не разбираюсь. Я считай, первый раз вот зашел в мультиплеер. Одной игры с ботами мне вообще не хватило. Блин, вот зачем вот эта бензопила нужна? Тут все профессионалы, они уже играют давно, понимаете? Твою дивизию. Вот засранка. Я вроде попал, да? Быстрей. Оу. Иди сюда. Вот тварь. Они сбежали, все. Что мне теперь делать? Куда мне-то идти? Найдите выход. Люк открыт. А где люк?
Как мне люк найти? Что случилось? Кто победил? Я или кто? Я не понимаю, кто победил. Но я, наверное, проиграл. Жестокий убийца. Блин, я не знаю, ребят. Но это было реально сложно. Но я, кстати, нашел этот люк, получается. Люк — это такая коробка с этой... с этим монстром черным, который с шипами такой. Давайте попробуем теперь за жертву поиграть. За выжившего. Погнали. Ребят, я просто не знаю, мне вот первые вот эти вот мои игры, мне реально сложно играть. Я реально новичок и не знаю. Но в принципе я постепенно понимаю, что как надо делать. Они просто, я не знаю, я еще не привык к управлению, они маневрируют от меня. Я тоже пытаюсь как-то маневрировать, обманывать их. У меня это иногда получается, очень редко, иногда нет. Я понял. Я знаю, я проходил обучение и теперь понял, как надо это двигатель починить. Деревенщина, короче, против нас. Ну, окей. Все. Вот мои собратья, мы тут все вместе собрались. И сейчас я побегу к какому-нибудь двигателю. Надо искать, какой двигатель надо. Давайте вместе чинить. Сейчас, может быть, починим. Когда много чинит, то это хорошо. Но пока что все хорошо, ребят. Есть. Один готов. О, беги. А, беги, беги. Беги, беги. Беги! Ты не трожь ты меня! Ага, иди ты нафиг! Он по прямой может меня догнать! Он по прямой может разогнаться просто, понимаете? Это ГГ. Меня сейчас насадит на крюк и все. Ой, сейчас меня будут захватывать. Нельзя давать ему, чтобы он меня съел. Черт, помогите мне кто-нибудь, я же не буду его постоянно сдерживать. Это очень сложно. Да спасите меня кто-нибудь! Я же умру! Помогите! Помогите мне кто-нибудь! Он меня убьет! Беги домой! Помоги, помоги, помоги! Спасибо большое, боже, дай бог тебе здоровья, мужик. Ты просто лучший, спасибо большое, что помог. Я просто не знаю, как тебя благодарить, спасибо. У меня нету аптечки, ребят. То есть я не вылечу себя. Давайте вот сюда куда-то. Бежать надо. Он оттуда побежит. Здорово, бро. Чё это? Тотем какой-то, ребят. А что это за тотем? Чё он делает? Он меня вылечит? А, вот это да.
Блин, я думал, что-то реально важное, оказалось, что не особо. Смелый один. Ладно, давайте попробуем спасти этого челика, потому что... Я не знаю, что еще делать. А, все, ГГ. Он меня не видит? Он меня увидел, походу. Он меня увидел. Он меня должен был увидеть. Все, это ГГ. Нет. А вот здесь я, кстати, не мог ничего сделать. Он меня забрал. Все. Я не мог тут ничего сделать, ребят. Блин. Ну, простите меня, пожалуйста, я не знаю. Но я старался сделать все возможное. Понимаете, в чем прикол? А, как бы у меня было, получается, без шансов это. Он охранял его. Тот помирал. Я пришел, он меня первый раз не увидел, потом увидел он меня. Я спалился. Ну, я не могу по стелсу проходить ничего. Вот. Ну, третий уровень. Был первый, стал третий. Это первая такая серия, она вводная, как бы, знаете, чтобы просто войти в курс дела. Вот, это, конечно, все сложно, да, я понимаю. Для меня пока что в это играть сложно, но постепенно я разберусь, и все будет хорошо. Ну, вообще, кстати, игра прикольная. Не знаю, как вам, мне понравилось, но просто в нее надо научиться играть. Вот. А так прикольно, в принципе. Ладно, дорогие друзья, что ж, давайте на этом и закончим. Подпишитесь на мою группу ВКонтакте, на официальную группу мистера Коннора. Ссылочку оставлю в описании. И также оставлю ссылочку на свою страницу ВКонтакте. Ссылочку на мой Инстаграм и на страницу в Фейсбуке. Тоже оставлю в описании. Так что, ребят, все ссылочки будут в описании. Вот. Давайте наберем на этом видео 100 лайков, и я сниму новое видео про игру Dead by Daylight. Добавляйтесь, подписчики. Всем желаю удачи и пока. Пока-пока.